В Алматинском горсуде сегодня отклонили апелляционную жалобу 8 из 9 осужденных по резонансному делу о пропаганде терроризма и возбуждении розни. В начале августа молодых людей осудили на длительные тюремные сроки от 5 до 8 лет. Но не все фигуранты согласились с вердиктом и потребовали оправдать их из-за отсутствия состава преступления. Однако сегодня коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, и теперь решение вступает в силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке в течение года. Приговор Алматинского районного суда города Алматы от 5 августа 2019 года в отношении Нургалиева Булатбека Кадюсенбековича, Мымбасова Бекета Тастанбековича, Саматова Ернара Саматовича, Умбиталиева Азамата Гайдаровича, Искакова Жасулана Мирамовича, Адилова Самата Салхановича, Абдрахманова Назима Алимжановича, Сулейменова Исима Кадырмужумановича оставить без изменения апелляционные жалобы осужденных адвокатов и защитников без удовлетворения. Согласно материалам дела, 40-летний Булатбек Нургалиев, создав группу в популярном мессенджере, пропагандировал терроризм и экстремизм, а также пытался увеличить количество последователей. 8 его единомышленников, вступив в их сообщество, оказались из разных регионов Казахстана. Всех их обвиняют в обсуждении радикальных тем и высказываний, которые подталкивали к социальной розни. Сторона обвинения заявила, что суд первой инстанции прошел без процессуальных нарушений, всесторонне и объективно. Так что приговор вынесен обоснованно, добавил прокурор.